Друзья, всем привет! Просили меня в комментариях сделать обзор на эти автомобили. С КамАЗом пока не получается. АЦ-3066, А66. Автомобиль раритетный, 73-го года выпуска. Может, когда-нибудь в работе получится. Еще вот просили снять этот КамАЗ и СОВОЗ. КамАЗ 4310, 85-го года выпуска. С хранения у нас в организации почти 2 года. Ставили на него установку, манипулятор для перевозки леса. В КамАЗе практически все штатное, за исключением установки. Ее немного дорабатывали. Ну, тоже работы ему хватает. Показали. А что, Маш, поменьше? Ниже. '86 года. Едем на КамАЗе. Последний раз в армии на таком ездил. Вот такой коротенький обзор. Оставляйте свое мнение в комментариях. Всем удачи и до новых встреч.